Ах, время зажечь! А значит, наступило время для рок-н-ролла! Вы запомните, ребята, рок-н-ролл спасает мир! Мощь гитары, красота! Рок-н-ролл в сердце навсегда! Ха-ха! Отлично! Лягушка! Убежала? Ох, простите, я просто до жути боюсь лягушек. Вы спросите, почему? Ну, вроде бы уже взрослая девушка-музыкант, а тут лягушка помешала, подумаете вы. Но ведь у каждого из нас есть свои страхи, и это нормально. Почему же так произошло, что я стала бояться лягушек? Это произошло еще тогда, когда я была маленькой. Помните, я рассказывала о том, как мечтала играть на гитаре? Однажды мы с родителями решили отправиться в деревню Цинце. Там, между прочим, живописные поля, много цветов. И вы знаете, там очень красиво. Мне тогда казалось, что эти поля похожи на концертный зал. Ха-ха. Вот как я тогда думала. Много рядов, все они идут вниз, словно к сцене. Ого! Как здесь хорошо! Цветов сколько! А там... Ничего себе! Это же настоящий открытый зал! Только где сцена? Могла бы на мандолине сейчас поиграть. Собрались бы зрители, а я играла разные песенки. Ля-ля-ля, ля-ля. Одним солнечным днем мы с родителями пришли в деревню Цинце. Я взяла с собой мандолину. Уж очень хотелось на ней поиграть. Причем не просто на улице, а на свежем воздухе. Так сказать, хотела собрать публику. Ха-ха. Да, мне уже тогда этого хотелось. Я с большим удовольствием изучала разные песни. И тогда мама и папа дали мне ноты одной песни. Я с удовольствием взяла их и стала практиковаться. А? Ноты? Ух ты! Это новая песенка, да? Ура! Буду сейчас играть на мандолине. Вперед! Эй, все-все-все! Сейчас будет играть Синь-Янь! Приходите скорее! Я тренировалась, и у меня великолепно получалось. Я осваивала все на лету. Мне понравилась новая песенка. Я ее раньше не слышала. Что это была за мелодия? Ну, это не рок-н-ролл. Хотя я бы и тогда не отказалась от рок-н-ролла. Представьте, маленькая девочка, которая поет на гитаре, даже не так, зажигает на гитаре и поет рок-н-ролл. Дети тоже зажигают, вместе с нами детский хор. И в наших жилах песня льется. Дети любят рок-н-ролл. Но я еще тогда не додумалась до этого. Так вот, я практически изучила всю мелодию, которую схватила на лету. И вдруг один из листиков с нотами подхватил ветер. Я тут же побежала за ним. А? Эй, ноты, вы куда? Стойте! Я еще не выучила песенку до конца! Стойте! Я ринулась за нотами. Они летели и летели куда-то далеко-далеко. Я пыталась допрыгнуть до них, но тогда я еще не умела так высоко прыгать, как сейчас. Ох, отдай! Отдай ветер ноты! Отдай! Ой, не могу допрыгнуть. Ах, верни ноты, ветерок! Я не заметила, как оказалась в очень нехорошем месте. В Ли-Юэ есть склон Уван. Очень жуткое место, и там всегда темно даже днем. Я и сейчас туда не хожу, хоть стала взрослой. Лист с нотами упал в итоге на землю. Я устала бежать, хотела отдохнуть. И увидела, что место какое-то невеселое. Ох, ох, какой ветер шаловливый. О, вот и ноты. А где это я оказалась? Почему вдруг темно стало? Сейчас же не вечер. Странно. Куда это ты меня привел, ветерок? Ладно, сейчас возьму листочек и вернусь поскорее обратно. Что-то я далеко убежала. Я услышала какие-то не очень добрые звуки. Мне стало страшно. Ох, какие странные звуки. Что это? И только я подошла к листку и взяла его, как вдруг откуда ни возьмись появилась лягушка. Бе! Я жутко, жутко испугалась. Она как прыгнула, как стала громко квакать, а я помчалась изо всех сил. Ой, мамочки! Помогите! Мама, папа, помогите! Мне казалось, что лягушка следует за мной. Я ускорилась и быстро побежала из этого жуткого места. Хорошо, что после этого я оказалась в деревне Цинце. Я увидела те красивые поля. Мне стало спокойнее.
Я тут же хотела прижаться к маме, чтобы она меня защитила. И как только я увидела мамочку, я тут же это сделала. Мама, мамочка, ох, а? Что случилось? Я увидела страшную лягушку. Я ее жутко испугалась. Я просто пыталась поймать листок с нотами. Он улетел. И вот меня лягушка испугала. Она была такой большой. Она гналась за мной. А? Она не придет за мной? Правда? Ты меня защитишь, мамочка? Ах, спасибо тебе. Мама, давай мы вернемся домой. Я лучше буду пить дома на мандолине. А то меня ветерок опять не туда приведет. Злой ты ветерок! Бе! После этого мы решили, что будем приходить в деревню Цинса, но без мандолины. На ней я играла дома. Хотя иногда мы с родителями ходили и в другие места за городом. И я могла играть на мандолине там. Я освоила новые песни. Вот только с ними остался страх лягушек, от которого я до сих пор не избавилась. Даже у настоящих рокеров есть свои слабости. Простите, что история вышла не очень веселой. Чтобы скрасить ее, надо что-то спеть. О, знаю! Ну-ка! Страх мы сможем одолеть, ведь у нас есть рок-н-ролл! Наберемся смелости и вперед! Мир спасет он, принесет добро! В этом сила рок-н-ролла, да! Вот так. На этой оптимистической ноте, пожалуй, я закончу свой рассказ. Лучше в следующий раз поведаю вам о чем-нибудь веселом и хорошем. Например, про Сянлин. Или еще про кого-нибудь. Ну что, всем пока!